нашу картошку, которая была высажена 24 апреля у нас высажена была картошка. Вот как она вылезла. Вот она у нас вылезла. Так, здесь у нас цветочки. Теперь хочу показать свои ягодки. Так, вот они, наши ягодки. Они были семечки у нас посажены. Вот они вот мы сегодня... Я сегодня горчицу все подстригла, как бы крышки оставила, вот подстригла. Ягодки обновились у нас, они у нас в одном месте мучились очень сильно. Это было в предыдущем ролике у нас, как они сильно мучились. Вот они пошли в ход. Вот все-таки подкорм помогает. Куриный помет, потом навозная жижа была. И это, сейчас скажу, не навозная жижа, а крапивная вода у нас была. Вот. Сейчас другие ягодки покажу. А вот другие у нас ягодки, которые были в прошлом году. Эти короба посажены. Они все у нас в цвету. Все такие красивые. Любимые, как бы, конечно уж. В первую очередь любимые. Сейчас перешагну здесь. Вот какие у них листочки такие большие ставят. Все-таки подкормка на самом деле помогает. Очень даже. Вот. Смотрим. А сейчас вам покажу картошку, которая была посажена 11 апреля. Так, вот была посажена картошка у нас 11 апреля. Она, кстати, уже начала сходить. Все-таки на теплой грядке картошка раньше взошла. Здесь земля была, хотя мы ее пленкой утепляли, но все-таки земля была мерзшая. Надо было пораньше. Вот она, смотрите. Вот она, картошечка у нас вылезла. Самое же главное вылезти, говорит. Она из по-целому долго, говорит, лезет, но потом как дает фору, говорит, не успеваешь за ней даже. Вот. А вот здесь мы посадили, это уже, сейчас скажу, 5 мая, по-моему, посадили обычным способом картошку. Вот как люди сажают обычно, так мы посадили. Вот. Только хочу показать свой огород. Вот наш огород полностью. Какой он у нас. Порядок мы навели. Вот. Ягодки наши. А здесь наши ягоды, которые мы выписывали. Вот, тоже начали оздоравливаться более-менее. Вот пошли. Вот наша гигантелла. Так сильно мучилась она у нас, страдались. Наши любимые. Все-таки они зажили. Вот. А тут грядку надо будет постричь. Как бы ягодка мешает вот это растение. Ну, как бы горчица. Вот его надо будет постричь. Чтобы она свет дала ходу. Вот наша картошка. Все-таки теплая грядка, это теплая грядка. Вот. Сейчас хочу показать свой огород издалека. Как все у нас прекрасно. Все хорошо. Бардачки есть маленькие, но мы уберем. Все по ходу дела. Так, сейчас покажу свой курятник. Так, вот мы сделали курятник. Это для цыплят. В смысле, выгон будет. Так. Заходим. Заходим в курятник наш. Выкладываем бутылки на землю. Как бы делаем воздушную полы. Мы так баню себе сделали. У нас полы теплые. Вот. Курятник мы сделали внутри. Картоном поставили. Как его называют-то? Стекловату. Как бы утеплили стекловату. У нас получилось как термос. Вот там окошко у нас. Вот наши бутылки. Вот и все. Будем смотреть дальше. Когда купим ур. Будем смотреть, конечно, зимой, что у нас будет. Все, вот сейчас мы цемент мешаем, раствор делаем. Вот хозяйка дома сидит. Себя не показываю, в неприглядном виде. Работы еще море, очень много еще работы. Дай боженька, все это у нас получится, Лабиса, дай боженька. С Божьей помощью. Все, пока. Следующий ролик ждите, следующий это. На следующий месяц, наверное, скорее всего.